Последствия циклона продолжают ликвидировать в городском округе. После интенсивных снегопадов под завалами оказались пешеходные дорожки и дороги в жилых кварталах. Мы убираем территории города, все микрорайоны, за исключением Павшинской поймы, убираем силами подрядных организаций, которые по муниципальным контрактам у нас выиграли на основании открытого аукциона работы на содержание территории города. Чернева, Опалиха, Губайлова, Теплый Бетон, Южный, военный городок Павшины и Бруски. Зона ответственности единой службы заказчика. Также муниципальные учреждения курируют пешеходные зоны, лесную дорожку к платформе Красногорская и скверы. В ходу ручной способ уборки и механизированный. Это в основном трактора с подметальными щетками, это бобкеты, это средства малой механизации, мотощетки. Это погрузочная техника для загрузки и вывоза снега. Ну, естественно, КАМАЗы. Единая служба заказчиков вместе с Красногорской городской отвечают также за расчистку подавляющего большинства детских площадок в округе. В 2018 году содержание всех 400 с лишним игровых зон было передано муниципалитету. Теперь ему и отвечать за доступность качелей-каруселей в сезон снегопадов. Дорожки прочищены, здесь дети катаются. Довольны мы? Ну, как видите, по-разному, в разных местах по-разному. Ну, трудно, снег прошел много, такого снега было. Надо учитывать тоже погодные условия. На уборку снега коммунальщики выходят и по заявкам жителей, в том числе направленным через соцсети или по телефонам администрации. Так службы города узнают о местах, на которые стоит обратить особое внимание.